Сегодня мы с вами продолжим комментарии Хискуни к недельным главам. И этот урок по главе Ваишлах посвящается для спасения оставшихся заложников, и излечения больных, и успеха во всем для евреев Израиля, и для евреев всего мира, и для того, чтобы Всевышний помиловал нас наконец. И я, как обычно, по Хискуни не читаю подряд, как комментарий Рашбама, а только выбираю отдельные отрывки. Значит, первый его комментарий по отношению к тому, что Яков, как мы знаем в начале главы, посылает посланников к Эсаву «Арца Сеир с де Эдом», на землю Сеира, поле Эдома дословно. Мы знаем, что это место, это сегодня находится в Иордании. Это около Мертвого моря, да, где-то юга, получается, западная Иордания, да. Так вот, вопрос в том, почему он туда послал за Исавом. Вроде мы позже находим в нашей главе, что Исав все еще жил на Святой Земле и потом только туда переехал. Да. В этом, собственно, и сбылось благословение Исхака, да, чтобы жить тоже на жирной земле. Исхак же сначала дал благословение Якову, думая, что это Исав, но потом он Исаву дал свое благословение. И это тоже хорошая земля, которую получил Исав. Но он туда переехал только позже. Так вот, на это, видимо, чтобы ответить на этот вопрос, как мы знаем, часто в комментариях, и не только в Хискуни, практически всех комментаторов, Раши и других, нужно задать вопрос, что именно их беспокоит. Да? Они часто не задают сам вопрос, это все-таки монолог, а не диалог. Очень редко у нас книги в форме диалога, что понятно тогда и вопрос, и ответ. Поэтому часто это, их комментарий – это ответ на незаданный вопрос. Есть специальные книги на этот счет. Вот, например, я видел по-английски книгу «What's bothering Rashi?» – «Что беспокоит Rashi?» Чтобы понять, на что он пытается ответить. Но вот здесь очевидно, что Хискуни пытается ответить на вопрос, который все задают. Почему Эйсав, как он оказался уже на земле Сеира? Сеир – это был хореец, как он сейчас опишет. Это был определенный житель из Кнанеев, Хореи – это какая-то тоже часть Кнанеев, Хори. Так вот, он послал почему-то на землю Сеира. То есть он, Исав уже, что ли, тогда там жил? Как он там оказался? И на это пишет Хискуни, что изначально эта земля была действительно Сеира. Да, родословная Сеира будет описана в нашей же главе. В конце нашей главы описана родословная Исава, а также так, как он породнился с Сеиром, причем несколькими, да, несколькими вариантами. Одна из его жен была из потомков Сеира, как мы увидим. Агаливама такая. Некоторые говорят, что это есть Ихудит, упомянутая в главе Тольдот. Другие говорят, что другая женщина, что у Ихудит не было детей. Но во всяком случае, Агаливама, она, значит, была дочкой некого Ана, сына Цивона, или дочка Цивона, сына Сеира. Так вот ее родословная описана, хорейца. Так вот, кроме того, и сын Исава, сын Исава тоже женился на ком-то из вот этих же, на какой-то женщине из вот этой же нации, из хореев. Поэтому родословная Сеира тоже заодно описана. Но вот то, что хочет сказать Хискуни, что когда Исав женился на этой Агаливаме, то он получил, получается, часть этой земли, Сеира, и туда время от времени ездил. То есть получается, что он жил и там, и там. Немножко жил на Святой Земле, а немножко уже жил в тех местах около Мертвого моря, с восточной стороны Мертвого моря. И вот это вот то место, которое здесь называется Сде-Эдом. Да? Теперь уже его переименовали, да, в честь Исава, Эдомом, да, это место, поле Эдома. Вот. Но он еще не полностью переехал, а уже потом, в конце нашей главы, он переедет полностью в эти места. И вообще, говорит, что это называется именно полем, потому что Исав был охотником, да, поэтому намек на то, чем он занимался там в основном. Привык к полям, да, к местам охоты. Дальше он пишет в отношении того, что Яков, как мы знаем, всячески пытался Исава успокоить, и перед ним, можно сказать, заискивал всячески, падал перед ним ниц, и называл его мой господин Исав и тому подобное. Все это, как наверняка большинство знают, Раши и Мидраши приводят, что Яков боялся не только быть убитым, но и убить тоже. Евреи всегда пытаются избежать войны любой ценой.
И только когда совсем нет другого выхода, когда имеешь дело с нацистами, то другого выхода просто нет. Хамас тоже долгое время пытались как-то утихомирить, как-то их, да, давать деньги, всяческие там условия льготные, и надеяться, что тогда они не будут атаковать. Но теперь уже выхода нету, поняли, что они с ними никакой договор невозможен. Но когда возможно, да, Исав был все-таки не Хамас, то Яков пытался всячески его уважить, очень-очень перед ним унижался, только чтобы избежать войны. И говорится, «Ла-Адонила Исав», да, сказано, пишет Искуни, 8 раз здесь. Так это как раз супротив 8 царей, которые потом правили у Эдома. Те 8 царей, которые описаны в конце нашей главы у нас. В конце главы описаны какие-то 8 царей Эдома, которые правили до первого царя Израиля. Большинство понимают, что первый царь Израиля имеется в виду не Шауль, а сам Моше. Да, ведь Моше написал в Торе, что до того, как первый царь Израиля правил, то есть до того, как у евреев стал лидер, да, любой лидер может называться царем в данном случае, Моше был как царь. Вот. До этого у Эдома уже было за это время, в отличие от нас, мы были в Галуте, мы мучились под египтянами, за это время у Эдома уже 8 царей он было. Так Хискуни говорит, что это не совпадение, а что именно 8, потому что так назвал Яков и Исава 8 раз мой господин. Я не знаю, имеет ли в виду Хискуни, что своего рода наказание, что из-за того, что Яков так называл Исава все время господин, поэтому у Исава было столько царей. Не уверен, это ли он имеет в виду. А еще интересно, что подход Хискуни, и такой же подход был уже у Рашбама, у внука Раши, что в данном случае Яков как раз зря испугался Исава, что хотя Исав пошел с 400 людьми, и поэтому Яков подумал, что он собирается с ним воевать, Рашбам считает, что на самом деле у Исава не было намерения воевать с ним, что Исав просто собирался его уважить и взял с собой 400, видимо, важных каких-то людей, да, большую свиту. Вот. И получается, что это Яков как раз слишком испугался и совершенно зря. Это нестандартный подход, и вообще выглядит больше все-таки, что Исав сначала собирался таки воевать с Яковом, во всяком случае рассматривал эту возможность, но потом только из-за того, что Яков так много ему дал подарков, и так перед ним унизился, и так его называл мой господин, и падал перед ним ниц, и все такое, поэтому Исав сменил, как говорится, гнев на милость. А, ну, известные слова насчет того, что есть в иврите некоторые существительные, которые могут быть и мужского, и женского рода одновременно. То есть иногда не мужского рода, иногда женского. Средний род отсутствует в святом языке. А вот мужской и женский, да, в отличие от английского, где нет вообще родов, в иврите есть роды, но бывает, что слово и так используют. Махане – одно из таких слов, известно. Многие комментаторы, Раши, кстати, тоже обсуждают это. Вот, и Рашбам, конечно, что есть слова, которые иногда мужского рода, иногда женского, зависит от того, как вот, например, написано «махане ахат». Ахат – это женский род, одна лагерь, как бы. А бывает, когда написано в мужском роде. А, теперь, насчет того, что Яков говорил «ахапра фанав», я, так сказать, хочу лицо Исава, как бы, чтобы перед Исавом найти оправдание, найти, так сказать, капару, да, чтобы он меня простил. Так вот, есть вопрос, это слова Якова его посланникам, в смысле, чтобы они передали, когда Исав их увидит с подарками, они сказали, что это Яков говорит, что я хочу, так сказать, найти оправдание в твоих глазах. Или это были его слова в сердце, так сказать, что это он сказал. Попробую его утихомирить, попробую его подкупить, так сказать, разными подарками. Так вот, здесь Хискуни приводит оба мнения. Это диспут уже старый между Рашей и Рашбамом, кажется, с одной стороны, и Рамбаном с другой стороны. В общем, являются ли данные слова Ахапрафанав слова Якова посланникам, что передали Исаву, или его слова, так сказать, в сердце, то, что он думал. Теперь, то, что у Исава, то, что у Якова, кстати, закончил эту историю с вымахнутой ногой, казалось бы, это противоречит тому, что было обещано Якову, что Всевышний будет его предохранять. Как же это так? Он в результате ему ангел вывихнул ногу. На это Хискуни пишет, что он на самом деле заслужил это своим грехом, тем, что он побоялся Исава, а не положился на Всевышнего. То есть в каком-то смысле был здесь элемент греха, что Яков не имел полный бетахон и очень испугался, и за это Всевышний ему послал вот этого ангела, который ему в результате вывихнул ногу.
И также говорит по отношению к Моше, да, Рашбам все это обсуждает, что вот Моше, говорится в главе Шемот, ни с того ни с сего вдруг Всевышний хотел его, как говорится, убить. То есть в результате он, некоторые говорят, заболел, некоторые говорят, что какой-то ангел пытался его проглотить. Вот. Правда, там диспут, это был ли Моше или его сын. Вот, допустим, это был сам Моше. За что, спрашивается. Так вот, Рашбам однозначно говорит, что это потому, что он когда-то не хотел идти и спасать еврейский народ, говорят, что я не заслуживаю, выбери кого-то другого. Всевышний на него разозлился, и вот это теперь выявилось гораздо позже, когда уже Моше пошел таки спасать еврейский народ. И вот тогда бывает такое, что не сразу наказание достигло его. Так вот здесь получается за то, что он, Всевышний на него разозлился, за то, что Яков побоялся Исава. Вообще есть большой вопрос насчет бетахон в принципе. Есть очень много мнений. Была статья по-английски в журнале Tradition, очень важная, которая много обсуждает и Шитуха Зуныша, и другие мнения, и мнения некоторых Балай Мусар из школы Новогрудка. Такой был Рав Йосеф Юзел Хорвиц или Гурвиц, так иногда по-русски пишут эту фамилию. У него был очень интересный подход насчет бетахон. Да, фактически можно, ну, упрощая эти вещи, сказать, что есть подход, где человек на самом деле действует, так сказать, по тому, как принято, и полагается при этом на Всевышнего. Есть подход, где считают, что можно, так сказать, если по-настоящему человек имеет очень высокий уровень бетахон, можно все что угодно добиться. И вот они пытались в этой школе действительно развивать бетахон до, так сказать, некого экстремизма, можно сказать, да, до степени, до которой люди буквально, ученики могли вот специально попадать в ситуации даже, в которых практически безвыходное положение, надеясь, что если у них настоящий бетахон, Всевышний им поможет. Так вот, с точки зрения этой школы, есть много, так сказать, проблем с тем, что мы видим в стихах Торы, что наши праотцы, уж мы ожидаем, что они для нас должны быть примером хорошим, да, мы из них должны учить, что такое бетахон, но мы видим, что они, на самом деле, часто тоже не полностью, так сказать, полагались, а делали то, что требуется делать. И вот, видимо, по мнению этой школы, даже эти праотцы не были идеальны. Вот Яков в данном случае, согласно Хискуни, согрешил тем, что он испугался Исава, а посему, соответственно, и получил наказание. Ну и замечу, что некоторые мидраши, наоборот, видят в Якове хороший пример того, что нужно делать в подобных ситуациях. Да, известные слова Раши от имени Хазаль, что Яков приготовился к трем вещам, помните? Что он приготовился, если придется воевать, то к войне. Но да, два других варианта. Ну, конечно, он помолился Всевышнему, и вариант, что если удастся как-то компромисс достигнуть, как-то добиться, чтобы Исав его не тронул без войны, то это лучший из вариантов. Окей, вот на слова «поэтому не едят» или «не будут есть дети Израиля» Гида Наше, да, вот вывихнул ангел ногу Якова и говорит Тора, здесь поэтому дети Израиля не едят вот эту жилу, да, в ноге. Гида Наше называется, жила Наше. Так вот, есть несколько разных подходов здесь. Во-первых, уже Хазаль спорили, когда именно был сказан этот стих. То есть уже тогда, во время еще Якова, это была очередная заповедь, которая была дана еще праотцам. Есть немного заповедей в Торе, которые даны еще праотцам были. Или это потом уже Тора записала во время Моше по отношению к тому, что вот из-за той истории, которая когда-то произошла, из-за этого теперь Моше было дано повеление среди остальных 613 заповедей. Одна из заповедей не есть Гида Наше. Но что эта заповедь не относилась к самим детям Якова. Вот эти два подхода, у них есть экологическое следствие, а именно относится ли запрет Гида Наше к некошерным животным. Ведь дети Якова не было у них запрета есть, например, верблюда или там какое-то другое. Ну, верблюд, допустим, я не знаю, он считается ли даже домашним в этом отношении. Но в любом случае, гида наше запрещен и домашнему, и дикому животному. Да, в отличие от жира, жир запрещен только у домашних животных. Гида наше запрещен и у домашних, и у диких. Поэтому, скажем, верблюда, оно не кошерное животное, но местама дети Якова могли есть верблюда. Вопрос, могли ли они есть гида наше. Казалось бы, какая нам разница, что они могли или не могли, уже это прошло. Разница в том, что для нас тоже есть следствие, есть ли отдельный запрет, если человек от некошерного животного ел гида наше. Есть ли в этом дополнительный запрет или отдельный запрет, кроме того, что если гида наше считается просто как мясо, все, что некошерное животное имеет, нельзя есть. Но бывают части животных, которые, в общем-то, несъедобны. На базе этого некоторые хотели разрешить желатин, говоря, что он из костей делается, из частей, которые несъедобны. Другие запрещают желатин по целому ряду причин. Да, и
то, что желатин на самом деле не сама кость, а как-то перерабатывается. Но во всяком случае, можно сказать, и такое мнение из Талмуда тоже, что гидон ашер вообще не съедобный. И тогда, может быть, из Торы нет запрета есть его, если бы не специальный запрет гидон ашер, да, что он не считается куском мяса, как бы. Если это так, то тогда, опять же, будет следствие в некотором случае некошерных животных, если запрет на гидон ашер. Ну, как бы там ни было, вот здесь автор приводит, он, конечно, это не халахическая книга, но он приводит объяснение данных стихов, поэтому не будут есть дети Израиля гидон ашер. В смысле, что логично, что этот кнас, так сказать, этот штраф, наказание детям Израиля, потому что, говорит, они оставили своего отца, что он пошел один, он остался один, и они ему не помогли. Уже у него были дети, довольно некоторые из его детей уже были не такие уж маленькие. Дети Якова могли бы ему помочь, а они, значит, остались и не помогли. Интересный подход, да? Оставили его одного. Это первый подход. Второй подход, что наоборот, это в память о том, какой был Яков сильный, что он у ангела выиграл битву, и вот в память об этом эпизоде евреи не едят гидон ашер. Еще есть у него одно объяснение, третье, я его пропущу сейчас. Теперь, насчет того, что Яков пришел в город Шалем, так, во всяком случае, переводит Хискуни, так же, как и Рашбам уже это предложил, что Шалем здесь не прилагательно по отношению к Якову, что он был полным, полноценным, да, уже выздоровел. А Шалем — это название города. Шалем, который город Шхема. Но потом он приводит и объяснение более стандартное, что Шалем имеется в виду, что он был Шалем, в смысле, до эпизода с Диной у него все было в порядке, да, после эпизода с Диной произошло, конечно, что-то страшное, и уже теперь Якова не назвать Шалем, да, такая трагедия в семье, изнасиловали дочку. Вот. В конце нашей парши насчет Дины он пишет, пытается объяснить слова Раши, я уже говорил, что Рашба, что Хискуни можно рассматривать как одного из первых суперкомментаторов к Раши. У Раши много мест непонятно, и он нередко Хискуни нам открывает глаза насчет того, как он считает, нужно понимать Раши. Раши же пишет очень коротко, вот в данном случае, в самом конце, когда сказали дети Якова, «Хакезона ясета хатейну», что наша сестра будет как какая-то проститутка, как блудница. И Раши почему-то приводит арамейский перевод «яд ахатана». Что он этим добавляет? А как бы мы еще поняли? «Эт ахотейну», арамейский перевод «онкелоса», «яд ахатана». Это вполне стандартный перевод, и вроде никакой новой информации здесь нет. Есть разные интерпретации Раши. Вот в данном случае Хискуни предлагает такой вариант, что говорит «ахотейну» могло значить множественное число. Что наши сестры будут как проститутки, что ли? Какие еще могли быть сестры? На самом деле, по мнению Хазаль, возможно, были еще сестры у братьев, да, у братьев Дины. Дина была не единственная сестра, просто Дина описана в Торе, конкретно ее рождение, потому что с ней потом произойдет этот эпизод. А когда генеалогия описывается в Торе, то чаще всего не описывается рождение девочек. Вот. Есть, например, даже такой мидраш, что с каждым из сыновей рождалось по дочери тоже у Якова. То есть у него было много дочерей, согласно этому. Действительно, в некоторых местах Тора описывает Бенотав, дочери Якова. Вроде у него только одна дочь была, Дина. Конечно, может быть, множественное число используется для одной единственной девочки, но вполне вероятно, что все-таки у него были и другие дочки тоже. Ну, как бы там ни было, хочет сказать Хискуни, что Раши, приведя арамейский перевод, подчеркивает, что здесь это единственное число. Наша сестра. Чтобы не подумали, что имеется в виду сестры. Я видел в комментариях к Раши, суперкомментариях к Раши, что они большинство приводят другой пшат. И пытаются сказать, что слово «эт» имеет разные значения, и что когда переводится «яд» по-арамейски, этим арамейский переводчик помог понять, какое данное значение слова «эт». Мы знаем, что основная польза от арамейского перевода это именно вот когда есть в иврите амонимы, или, во всяком случае, похожие значения даже у какого-то слова, какие-то разные оттенки, то бывает, что в арамейском уже этого нет. И конкретный перевод на арамейский дает четкое представление, какое значение данного слова. Теперь, после смерти Рахели, ее Яков похоронил прямо там, на пути. И есть несколько объяснений, почему. Есть и каббалистические объяснения, как мы знаем, да, Лея и Рахель, они имеют глубокие, очень много в Кабале, в Кетве Аризаль в особенности, да, объяснений, чему они соответствуют в духовных мирах, каким, так сказать, парцуфим так называемым, да, как бы видом управления, да, в духовном есть
улей, так сказать, одна проекция, одна цель, одна символика величия, так сказать, да, величия Шхины. А Рахель, она вот именно оплакивает своих детей в изгнании, как говорится, да, это более женщина, да, из жен Якова, у которой более тяжело сложилась судьба, и вот она считается, да, представляет, вот когда, например, с нами Всевышний, в каком-то смысле его присутствие с нами в изгнании, вот это представляет собой Рахель, и поэтому она должна была быть похоронена именно на пути, по которому потом евреи пойдут в изгнание, да, и не попала в Марата Махпила. Но автор дает два других объяснения простых. Первое, что когда она родила, у нее было много крови вокруг, и все, и когда она умерла таким образом, ее невозможно было везти далеко в пещеру Махпила, и поэтому ее похоронили прямо там. Еще другое объяснение, что он говорит, Эйсав оспаривал права Якова на пещеру. В тот момент еще Эйсав мог не дать похоронить Рахель в пещере Махпила. Только потом, когда он уже решил переехать полностью, уже больше у него никаких претензий на пещеру Махпила не было. Некоторые сказали, считают, что Эйсав до конца продолжал иметь претензии на Марата Махпила, и по их мидрашу Эйсав позже даже, когда Якова уже привезли хоронить из Египта, тогда еще приехал и требовал, чтобы ему дали последнее место, там только одно место оставалось в этой Марата Махпила. Но вот Хискуни, похоже, так не считает, согласно простому смыслу. Ну, насчет жен Эйсава я уже касался этой темы подробнее, в особенности в уроках по Рашбаму, что есть большой диспут, сколько всего у Эйсава было жен. Потому что три жены были упомянуты в главе Тольдот, да, две сначала местные жительницы Кнанейки, а потом еще одна из дочек Ишмаэля, которая там называется в Торе Махлат. А здесь дочка Ишмаэля называется Басмат. И вопрос, это та же самая или это уже другая? Возможно, что все первые три жены у Эйсава не было у них детей, и поэтому здесь описываются три другие жены, у которых были дети, да, которые дословно Эйсава в конце нашей главы описаны. Но есть и подход, что у Эйсава было всего три жены, это одни и те же, просто у них разные имена. В данном случае Хискуни берет средний подход, что две из жен те же самые, с другими именами, а вот одна действительно умерла без детей, Ягудит, и вот вместо нее теперь упомянута жена последняя, которую взял Эйсав, как я сказал, Агаливама, которая была из дочек Хореев. И вот интересные, опять же, я это у Рашбама обсуждал и в других местах, интересные свойства некоторых стихов Торы, что одно и то же слово читается и как конец одного стиха, и как начало другого. А именно Тимна упомянута здесь. Это еще одна из дочек местных жителей, потомков Хореев, которая вышла замуж, вернее, стала даже пилегеш, наложницей. Это меньше, чем просто жена. Да? Низкий статус жены назывался наложницей. Наложницей Элифаза, сына Эйсава. И родила ему Амалека. Да? Было очень важно упомянуть, откуда взялся Амалек, наш главный враг, который потом уничтожал евреев, и с которым приходилось вести войну до конца. Так вот, это Тимна. Также упомянут некто Тимна среди потомков Элифаза. У Раши есть свой драш, но мы сейчас останавливаемся на простом смысле, и вот, как объясняет здесь, это из книги Девриаямим, все доказательство, что есть какой-то Тимна или какая-то Тимна, который потомок Элифаза. Так вот, они хотят сказать, что слово Тимна идет и туда, и туда. То есть то, что написано в Торе «Ветимна хайта пилегеш», слово «Ветимна» идет и на предыдущее, это конец предыдущего стиха, и на начало следующего стиха. Поэтому один Тимна был действительно потомком Элифаза, а другая Тимна женщина стала Пелегеш, да, наложницей Элифаза. И вот это вот свойство здесь подчеркивает автор еще и тем, что написано Тимна, после нее стоит как бы пауза. Да? Яш говорит, там пасик. Что, казалось бы, да, когда ставят таамим, ноты, которые работают как знаки препинания, даже лучше, они сообщают, какие слова с какими идут вместе, а где конец фразы. Так вот, тимна должно было бы идти вместе со следующим. Ведь тимна хайта пилегеш. Тимна была наложницей. А там стоит пауза своего рода. Ведь тимна, что это относится к предыдущему стиху. А также тимна хайта пилегеш. Вот. И еще есть примеры этого, уже Рашбам все это приводит. Только более подробно примеры таких случаев, когда одно и то же слово относится к предыдущему стиху и к следующему.
И также бывают буквы, согласно некоторым комментаторам, как я рассказывал в другом месте, где одна и та же буква написана в конце слова или в начале слова, но относится и к предыдущему слову, и к следующему. Это многие сложные стихи объясняют. Ну и, конец, в конце главы он описывает то, что я уже, кстати, коснулся этой темы, что 8 царей, которые были у Исава до того, как был царь у евреев, имеется в виду до Моше. И он так интерпретирует стих в конце Торы: «Ваи Бишрун Мелех, и стал в Ешруне царь», имеется в виду Моше. Есть много мнений, что там имеется в виду. Даже Сефер Тора может называться нашим царем. Стала Тора для нас как царь. Есть мнение, что там про Всевышнего идет речь, и так похоже наша молитва Рошана основана. «Ваи Бишрун Мелех» — это один из стихов Малхиот, где мы царство Всевышнего упоминаем. А вот есть комментаторы, которые считают, что имеется в виду Моше. И так считает наш автор. «Ваи Бишрун Мелех». Так вот, раз Моше считается царем, то имеется в виду 8 царей, которые были до Моше. Почему он это все пишет? Что он говорит, Иосиф Лави почти 40 царей упоминает, которые были дома еще после этого, до времен Давида. Но вот эти 8 правили до Моше. На самом деле, за счет этих 8 царей, это одна из ключевых, кстати, паршиот для Зохара. Зохар с этого и начинает, что было уже много разных царей. Почему именно эти 8 царей? Какая нам разница, какие-то 8 царей? Такая вот незаметная парша. И потом начинает объяснять, что это связано с какими-то духовными элементами, которые были при начальном создании мира. И что это все эти цари, их имена, их города, в тех случаях, когда они упомянуты, это все намекается, согласно Зохару, на очень глубокие мистические концепции. Но это уже, конечно, выходит за рамки нашего урока. А я на этом закончу. Урок посвящался для излечения, спасения и безопасности на Святой Земле и везде.